Добрый день! Тут Игорь. Следуйте видеопригляду проекта Skyway в домашнем формате. В том-то выдании увидите. Сполочность выявляется Skyway Unitsky String Technologies. САДУ стала до международной сутяжи, успоренной сполочностью 1С. Делегация студентов Белорусской штатной технологической университеты навштивила вырубу Skyway. Вышло новое видео с приглядом главных предностей тугой трации в экотехнопарку. Подзримуся на тието удалости подробнейше. Сполучность вывеяются Skyway, Unitsky String Technologies, САДУ стала до сутяжи 1С, проект рока. Сутяж зорганизовала русская сполучность 1С, которая совинует творбе софтверу. Специалисты сполучности Unitsky String Technologies представили в сутяжи проект, который помогает систематизовать информации о заместнанцах сполучности. А вывели продукция ухадза о титул наилепшего продукту предметной области. Припоминаме, же софтвер сполучности 1С помог заместнанцам сполучности Unitsky String Technologies вытворить систему электронического обігу докладов. Вдяка сутяжи о видобытках сполучности можу дозведить IT-специалисты из разных краин. В том-то року о первую пречку в сутяжи сполучности 1С ухадза теж надация Сколково, которая заубира развоем инноваций в руску. Логистическая сполучность DHL, а теж Пошта Руска. А и вы сможете заслужить увидевство сполучности, а голосовать за проект Unitsky String Technologies на отказе в пописи под видео. Вырубу Skyway навштивили студенты Белорусской штатной технологической университеты. Тата высокая школа приправует специалистов при 3D-моделовании а композитные материалы. Обе две технологии су заступены в уровне Skyway. Почас приглядки са студенти згорали со специалистами сполучности, а позрели сиво вырабе уникатное зарядение в белоруску. Припоминаме, же во вырабе Skyway савужива обрабаци CNC строй сполучности Окума. Иде о другий такито строй в белоруску. Приглядки выробы са студенти поделили о свои доймы с технологией Skyway, а поведали, же бы хцели подобну виробну пракс абсолвувати праві в тому-то подніку. Іще перв сполучність Unitsky String Technologies співпрацювала з Руською університетом до прави, Словенською технологічною університетом, Абрицьким технологічним інститутом Васекса, а дальшими високошкольськими установізнями. В описі під відео ці можете позріти, ако прибігала приглядка при студентов. В новом видео заступца генерального конструктора при веду сполучности Unitsky String Technologies Сергей Артюшевский порозправал о предностях тугой трати в экотехнопарку. Подле слов пана Сергея, є выруба трати Skyway несколько десятков раз успорнейшая, ако выставба автомобиловой алибо железничной трати. Туга трать в экотехнопарку є вибудована в стиле конструктивного минимализма. Инак поведено, в конструкции не є ніч збиточне. Так і пан Сергій спомянул, що актуально фунгується трать є приліж кратка на тестування високорихлосної доправи Skyway. Прито дніс прибіга приправа нової тяжкої траті з довжкою 22 км, недалеко екотехнопарку, на який буде можна досягнути рихлость 500 км за годину. Іще ряд залмових фактів о траті знайдете на отказі в пописі під відео. То були предмішок всі справи. Приглашуйтеся на отбір нашого каналу, а запніться упозорнення, аби не примешкали на наступне видання. З вами був Ігор Луцевич. До видіння, а наслідування.